you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сервер. Мы не Кирилл Путбуль. И сегодня, как я и обещал, будет обзор на BMW. Это просто охуенно. Блять, первый раз вижу, чтобы все тачки, ну, практически были на месте. Это что-то невероятное, на самом деле. Мне пришлось, чтобы словить машину, так сказать, потому что, ну, блин, если я зайду в часов 10, их не будет. Мне пришлось проснуться в 8 утра, блин. И сейчас я, может быть, какой-то грубый голос, я сонный немного. Но все-таки я это сделал, я проснулся. И специально для вас решил записать этот видос, потому что, ну, блин, днем хрен я машину словлю. И днем мне нельзя их брать, ну, вообще мне нельзя их брать, как бы. По-моему, у нас рабочий день с 9. Какие хрен его знает, короче. Ну, факт с фактом, то что, блин, я как бы хочу в ГАИ, но я в ДЧ. Держу на части, это номера, там, ДЕ проверять, или как оно там, УКРФ, вот эта вся хуйня, короче. И мне нельзя машины брать. Но это не точно. Или точно. Или динах. Ну, блин, ну я решил взять как бы ради вас. В принципе, так что не судите меня срок, типа, о, что нарушаешь и так далее. Как бы вы сами просили, по-другому мне это не сделать. По-другому мне не взять эту машину. Ссылочка, кстати, на эту модельку будет в описании. Блин, как же она круто выглядит, согласитесь. Смотрите, вообще конфетка. Четко. Просто конфетка, отвечаю. Ну, реально круто тачка выглядит, на самом деле. Давайте даже посмотрим. Вообще, блин, бомба. Начнем с капота, наверное, с багажника. Так, под багажник. Сам я, честно, ничего не смотрел ее. Вот это только вам решил показать. Так, ну багажник, что по багажнику? Это не М-ка, чуваки, это обычный Е39. Это мы можем понять по бамперам. Бамперам. Ну... По переднему бамперу вы, в принципе, ничего не поймете, вот по заднему, задний, по-моему, не такой. Ну и выхлоп, конечно же, у М-ки другой, у него двухствольный выхлоп идет, ну и значки М и так далее. Вы, думаю, это сами понимаете, но моделька очень классная, потому что, видите, Нижегородская область, как бы. Моделька сделана именно для КРМПРП, именно ГИБДД Российской Федерации. Вообще, блин, вот модель... Сука, самая качественная, какую я, наверное, видел за всю свою жизнь, реально. Очень качественная. По, что у нас под капотное пространство? Здесь стоит двигатель. BMW-шный, честно, не знаю какой. Хрен знает, на самом деле, блин, я хоть и люблю BMW, но сказать, что это за мотор, я, честно, не знаю. Блин, вот прям забыл просто. Раньше я помнил... Сейчас реально забыл. Пиздец. Ладно. Чё у нас дальше? Колеса. Смотри, как колеса, сука, качественные. Пиздец прям. Просто реально колеса качественные. Просто модель идеально качественная. Косяков вообще нету. Вообще нету косяков. Жопа прям смачная такая еще. Чё у нас там? Так, салон. Салон у нас тоже очень качественный. Дерево, все дела. Видите, там прибор стоит, рация, или как она там называется. Идем дальше. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, преступникам здесь будет довольно-таки комфортно. Я так думаю. Да и нашим обычным тоже будет здесь комфортно. Ладно, давайте закроем капот, багажник. И поедем дальше. Надо еще мигалочку включить, посмотреть, как она светится. Сейчас в туннель заедем, как раз глянем нормально. Заводим. И от какого-то хрена она выключилась. Во, все, погнали. Ну, светит нормально, чуваки, видите, она не баганая. Там, где нужно светить, там она как бы и светит, на самом деле. Там, где нужно светить, она светит. И это круто. Давайте влепите, кстати, лайкосики обязательно. И, в принципе, скачивайте, кто в ДПС. Можете скачивать. Я думаю над тем, кстати, чтобы делать свой модпак. Делать свой модпак. Да, может какие-то модели, если найду, вырезать со старого модпака.
Амазинга и добавлять вот таких моделей. Я в ДПС хочу еще добавить мотоцикл. Напишите в комментариях, что вы про это думаете. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Сделать свой модпак. Как бы такси у меня уже есть идеальный, какой я нашел. Это S500. Как бы, я думаю, вы все увидели, потому что у меня еще заменено. Ямаха, но я буду ставить другую, потому что какая у меня стоит, она не красится. Вот это бэху, эту бэху я оставлю, потому что модель очень хорошая, качественная, поэтому я думаю, ее стоит оставить. И потом я хочу заменить мотоцикл в ДПС. Да, именно заменить мотоцикл, другой поставить какой-то. Может тоже какой-то русский или не русский. Хотя навряд ли русский я поставлю. Ну, все-таки, блин, хотелось бы сделать прикольный модпак. Ну и потом я его солью вам. Чтобы, как вы на это смотрите, напишите в комментариях. Как бы я хочу там много чего изменить. Как бы это будет крутой модпак, я думаю. Даже очень крутой. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, делать ли мне свой модпак. Ну я как бы и так его буду делать, в принципе. Но хотели бы вы этого, чтобы я делал свой модпак. В принципе, заменял машину фракций. В каких я... Я именно заменяю, начал заменять, ну, машину фракций, в каких я нахожусь. Как бы, поэтому, как-то так. Так, у нас тут кто-то там сидит у нас. Вроде бы как. Один чувак какой-то патрулирует. Никак патрулирует, стоит на посту. Я хотел бы, чтобы меня в ГАИ перевели, блин, что-то они меня не хотят переводить. Я не знаю почему, но не хотят меня переводить в ГАИ. Я просился, но там, по-моему, как мне сказал лидер с 5-го ранга, а я 4-й. Поэтому пока буду в ДЧ, пока буду в ДПС. Многие писали, ну как многие писали, типа, какой-то чувак, типа, говорил, давай пройдешь вербовку в ФСБ. Я вот, я не знаю, идти в ФСБ, если, ну, будет возможность, то напишите в комментариях, идти мне в ФСБ или нет. На самом деле, я очень хочу в ФСБ. Я еще где-то... Ну, блин, как только сделали ФСБ, я уже туда захотел. Поэтому я не знаю. Мне как бы в ДПС хорошо, но в ФСБ я бы тоже хотел, на самом деле, пойти. Я думаю, там было бы поинтересней. Возможно, поинтереснее. Потому что вы можете брать машины ДПС, ППС, проверять ДПС, ППС, там что еще можно делать. Ну, много возможностей на самом деле, чем в ДПС, ППС, как бы. Там выше все идет. И я думаю, это будет очень круто. Кстати, как вы думаете, какая у меня зарплата на 4-м ранге? Открою вам секрет, хотя думаю, это все знают. 7500 у меня зарплата. Я думаю, это и немного, и немало. Как бы это нормально. Это довольно-таки нормально. Такая более разговорная серия. Видите, вон мотоцикл стоит, я хочу его заменить. Только не знаю, на что пока что. ДПС, кто проведет БЕ? БЕ, блин, я бы провел, но я не помню, как это делается. Я не знаю, я биндер искал на БЕ. Но хрен пойми, где он находится. Блин, прикольный мустанг, но жалко, что он хреново едет. Ну, серьезно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу ФСБ, по поводу вообще ДПС. Может, пишите какие-то свои идеи, чтобы вы хотели видеть. Как бы. Пишите, кстати, делать ли мне модпак мой. Обязательно пишите. Ну, если я буду его делать, но... Я буду его делать примерно 2 недели. Ну, чтобы прям четенько все было. Я не буду, конечно, заменять машины именно. Я буду заменять машины фракции, машины рабочие, там, такси, как я заменял. Потом, что еще там можно заменить, я не знаю даже. Ой-ой-ой, я рассадил малеха. Что-то я задумался и рассадил ее. Ну, машины рабочие, машины буду заменять. Возможно, электрички можно заменить, в принципе. И так далее. Ну, много чего можно заменить, но именно машины автосалона я трогать не хочу пока что. Может, что-то поставлю, там, Ямаху надо поставить нормально, чтобы красилось. Но так я особо не буду трогать, наверное.
Ну а так хочу делать свой модпак, потому что ну пока Мазинг сделает, ну блин, это будет долго, поэтому я не знаю. Но думаю, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Было такое более разговорное видео, но все равно я вам показал BMW. Моделька хорошая, можете качать, не лагает, все четко, все хорошо. Ссылочка будет в описании. Пишите, делать ли мне свой модпак, пишите по поводу ФСБ, да и по поводу ДПС, что и как, что мне делать и так далее, что бы вы хотели видеть. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, обязательно заходите на Сиерати, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.